генетическая диагностика играет все больше и больше значения в плане риска развития рака молочной железы. И мы говорим, что порядка 5-10% всех женщин имеют генетическую предрасположенность, и рекомендуется провести тест на наличие или отсутствие мутаций. И чаще всего это у тех, у кого в семье было как минимум 2 случая рака молочной железы, у родственников одной линии, то есть по материнской или отцовской, это не важно, но у 2 родственников, причем у одного младше 51 года, то есть, например, мама и сестра, у сестры, к примеру, был 49 рак молочной железы, у мамы 70, это уже показания генетического тестирования, или у 3 родственников по одной линии, материнской или отцовской, вне зависимости от возраста. Если вы попадаете в эту категорию, пожалуйста, обратитесь к вашему гинекологу за рекомендацией генетического тестирования.